start spreading the news. I'm leaving today. Такое чувство, ребята, как будто в штате Вирджиния теплее, чем в Калифорнии. Приехал на восток, а тут теплее. Он Жека куда-то поехал. В общем, мы с Трекстапа выезжаем. Всем доброе утро, друзья. Начинается новый день. Сегодня у нас воскресенье. Целый день мы едем. Значит, дороги осталось 561 миля, это немного. К вечеру мы должны быть уже на месте. Женя первый скидывает Теслу. Они у него отсюда даже 350 миль, может быть. Я сам дальше скидываю. В Лонг-Айленде. Игорек в Нью-Джерси. Ну, пути, наверное, 10 часов, 9 часов в районе 9 мне. Вот. Ну, мы сейчас, как обычно, заскочим позавтракать, потому что здесь сразу выехали без завтрака. Там дальше просто будет у нас хороший этот тракстап, тейка. Там будет отличный буфет с морепродуктами, особенно в воскресенье. И мы хотим туда заскочить сразу. Это уже Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Платочка начинается. Начинаем платить денежку за проезд. Очень интересно. Проходит через горный перевал. Пробыл там всего один час. И поехал назад туда, где бываю гораздо реже. Интересное представление. Друзья, я почти на месте, 11 часов вечера, и мы продвигаемся по Лонг-Айленду. Смотрите, какая здесь у нас красота. Уже полным ходом идет подготовка к Рождеству. Я вот так вот наряжен, целый райончик здесь. Или это отель, что-то наподобие. Очень красиво, огоньки сияют прям. Доброе всем утро. Нью-Йорка. В общем, последние движения в этом рейсе на Калифорнию. Мы с вами будем разгружать Теслочки. Все, ребята, первый этаж. Первый этаж развязан. Очки. Так, будем искать ключик. Не он. Вот он. Какая умная система щеток. Первый раз такой вижу. Брызгает только когда надо. Очень супер. Так. Теслочка номер один.
Ну, потом отсюда надо как-то еще выехать, ребят, меня заблокировал немножко девятка. Что-то как-то звучит. Заблокировала девятка, то вот здесь куча свободного места, но сюда еще надо как-то сдать. О, смотрите, что здесь случилось с Теслой. Кошмар, стекла нет, заклеили. Что это такое? Вау. Тут даже есть каркас Теслы. Вот это прикол, конечно. И видно, стоит долго. С какого-то магазина Тесла. Все, алюминиево. А, нет, железо. Надо аккуратно. Скребет мало с днищем. Но ничего не поделать. Такое вот днище. Немного поднимем среднюю платформу, чтобы наша эксушка не цеплялась. Ну что, вот это, конечно, мне нравится. Lexus, хотел сказать, Tesla. Очень даже неплохая машинка. Вот так вот. Но знаете что? Мне кажется, у меня села батарея. Забирается. Неужели? Давай. Что такое? Окей. Я было подумал, что беда. Один процент батареи заряда здесь есть. Крыша отличная, лобовое и крыша все вместе идет. Не, ну вот этот X, конечно, это очень крутой автомобиль. Такое идет стекло так далеко, такое чувство, что все стеклянное. Панель, конечно, вообще шикарная, богатая. Это так стекло скрипит. Так, все, ребята, первый этаж. Друзья, мы полностью разгружены. Ура! Осталось собрать ремни, подписать бумаги. И мы готовы ехать до дому.
и готовиться к другому рейсу, к следующему рейсу. В Албане, да не, уже съехал. Тут вообще снега нету. Температура идеальная, плюсовая. Такой интересный климат, конечно. У нас за хребет переезжаешь, на самом хребте горы и снег, хотя там высота вообще небольшая. А спустился тут вообще сухо, красиво. Загружаем. Сейчас приедет машинки две сюда, Lexus. И еще что-то там. Наверх буду их грузить, значит, сейчас. Не в ту улицу заехал. Вот это, ребята, засада. Забираю, короче, тачку здесь, на районе, недалеко от моего дома, в Вест-Спрингфилде. Но тут немножко тоже тесновато. Еще я в тупиковую улицу заехал. Молодец. Забираем тут три субарика, ребята. Грузим три субарика на Лас-Вегас. Лас-Вегас! Четыре машины у нас на Лас-Вегас в этот раз. Здесь я еще никогда не забирал машину. Живу неподалеку, а не приходилось. Это классно, ребята, что я прям здесь сейчас три штучки загружу. Мне гораздо легче будет по пути потом только две мне забрать. Одну в Баффало, одну в этом. В Охайо. И все, и в принципе мы good to go. Загрузили.
как он? Air suspension, видим виска. Машина полностью реставрирована с новым мотором. That's nice. Что они говорят? Yeah, nice. It's good to go? Yeah. Awesome. Man, you have a channel? I got YouTube, man. You have a YouTube channel? Yeah. Really? Oh, yeah. Let me find you. Yeah, yeah. I'll show you. It's power binds. Nice, nice. Вообще, ты что, такая nice тачка. Я за 5 бы ее взял. Чувак, такая крутая вообще. Она же когда станет выше, летом будет вообще огонь, да? Да, она поднимается 3 different levels. Goes up. Man, that's beautiful. Yeah. Okay. Fully rebuilt motor, tranny. Tranny of Nova. Новая трансмиссия, новый мотор, еще и dropped up. Это просто. Это снимается, да, вот это все? Да, power, да. Man, good shape тоже, да, вообще? Ну, как бы выиграл. The guy did full restore on it, right there. Uh-huh. See the all air ride, everything? Да. А, компрессор, все дела стоят, да? Йо, ты шо, просто. You gotta be kidding me. $2,000? That's it? Yeah, that's it, Вот такой вот мотор здесь стоит. Восьмерочка. Оффхаузен. Карбюратор, мать. К лету будет готова машинка. Может быть, заснимем, покажем. Скринет. Это пушка. Это бампер, это все цельное, видите, идет. Все надо будет реставрировать, делать уже конкретно. Масточка выглядит. Такая экзотика, конечно. Слушай, она просто закрывается так, да? Все на пружинах. Ага, оно надо. Давай. Сюда придавил, да? Окей, нормально. Мне, конечно, нравятся вот эти тачки просто. Их когда на Уэсте видишь, они едут. Там, видишь, там снега, ничего нет. У нас здесь не так. Спидометр. Спидометр? Римин. Как на капоте? Вот это? What? Я такого еще не видел. Аутсайд? Ну, это, конечно, не прикольно. Это Buick. А, Buick Skylark. Окей. Yeah, 61. Ну, вот эти пайпс будут звучать, да? А также заводится, в принципе, я сырое масло только тебе, да? Это масло чистока, это вода там. Да. Масло чуть-чуть капает. А заводится все вообще, ну, правда. Едет. Вообще. Я пушечка, ты когда сделаешь, позвони, я приеду. Обзорчик замучу. Ну что, ребятки, вот все, забрал я все три субарика, познакомился с Петром. Машинку его посмотрели, на лето взял себе пацан классную тачку. Buick Skylark. Как же она будет круто смотреться и ездить, я уверен. Потом, когда сделает, заснимем ее, сделаем обзорчик. Вот, а пока грузимся с этими машинками на Лас-Вегас. Вот. И выезжаем на Баффало, Нью-Йорк. Тоже классный субарочек, Форестер такой. Хорошо. У меня будут большие еще машины, не знаю, как я все это помещу, но думаю, что поместится. Будет Ford F-150 и Dodge Durango. Вот, самые большие впереди еще. Видите, машинки вот эти все, как сделали. Практически как новые. Саморец вообще, не скажешь, что и бита. Есть большая компания на Западе, они торгуют машинками с акшеном. Вот, а этот пацанчик, он здесь берет их, делает и перепродает на West. Так что, ладно, вяжемся. Всем доброе утро, друзья. Нью-Йорк, Гамбург, город. Мы на загрузке. Грузимся. Дуранго. Есть такой джипчик Dodge. Жду клиента, он должен быть здесь с минуты на минуту. Я его отвезу домой, а потом загружу машину. Я уже все подготовил. Как видите, погода у нас зимняя. Нет. Но это нам не мешает работать. Заночевал вчера здесь я на такой парковке. Я, как всегда, конечно,
своем репертуаре. Но трак паркинг, я так полагаю, что этот сань уже здесь лет 10 висит, и все тут паркуются, потому что следов здесь немерено. И парковка открытая. Раздвинуты бетонные, как говорится, эти плиты. Катается много полицейских, никто не останавливается, значит, все окей. Значит, я никому не мешаю. Такое вот поле. И, опять же, тут есть свет, лампы. Я всегда стараюсь, чтобы было безопасно. Не люблю парковаться в мутных местах. Значит, все, поднял прицеп. Жду клиента. Вот, отвезу. И думаю, что задом у меня здесь додж этот станет. Но я не уверен за высоту. Может быть, будет немножко высоковато. Ну, в общем, глянем, как оно получится. Потому что у меня еще пикап Ford F-150 будет здесь с краю. Последняя машина. Вы знаете, ребят, наверное, я решил вытащить вот этот автомобиль. Потому что он ниже. И как-то будет разумнее его поставить задом. Ну, а Dodge... Dodge я, наверное, все-таки поставлю сюда. По сути, оно мне немножко поможет. Я уверен. В будущем. Выгружается эта машина тоже раньше. В Лас-Вегасе. Самая последняя, не самая дешевая модель, а даже очень класс. Я прям еду, сразу чувствую, что у нее мощи немерено. Походу на Хэми V8. Сейчас посмотрим, может быть. И он такой сбитый, знаете, джипик. Вообще супер. Правда, здесь он, ну, как обычно у американцев, грязный такой достаточно. Собачья шерсть, все такое. Не сильно страшно. Ну, такие тут люди, понимаете, многие. Не все, но многие. Я попросил этого человека приехать за мной, чтобы я его отвез домой и забрал машину, потому что сюда к нему не подъехать вообще. И он приехал. А я сейчас теперь надо мне забить адрес, куда ехать. Так. Head west on Pleasant Avenue towards Scott Street. В общем, прикольно. Сейчас мы приедем, я вам покажу ее еще немножко. Вот так вот смотрится кластер панел. Видите, такое все полностью электронное. Погодка, говорит, здесь мужик желает лучшего, потому что у них здесь снег пару дней назад сильно тоже выпал и постоянно выпадает. Здесь большие озера находятся, ну, между Канадой и Штатами. И вот такая постоянно погода. Я тут тоже пару раз попадал, ну, в такие всякие снежные бури. Вот сейчас еду, чувствую такие... Удобство, конечно, здесь подогрев руля. Едешь, а руль у тебя теплый. На этой машине он кожаный такой, подогревается. Подогрев сидений. Я думаю, что здесь есть даже охлаждение сидений. На этой машинке. Beats аудиосистема, я заметил.
Beats, это, ну, вы понимаете, это Apple сейчас купила эту компанию у Dre. Доктор Dre есть такой певец. Он разработал эту систему, аудиосистему. Вот, а Apple выкупила ее к себе, Beats, и продает. Люди заготовили дровишки, топят дровами тоже здесь некоторые. Так что, ребята, не только на Украине, в России такое. Здесь дровами люди очень часто топят. Выгоднее немножко. Подбросил пару полен. И на 3 часа, на 3-4 часа у вас теплота. Потом еще раз. Это постоянно, правда, дома надо быть. Вот я смотрю, под каждым домом дровишки. Дровишки, дровишки. И это Нью-Йорк, это очень богатый регион. Здесь люди не бедные живут. И все равно топят дровишками. Так что, вот так вот. И в Америке бывает. Мне так нравится, ребята, вот этот электронный спидометр с тахометром, как в какой-то игре, знаете. И он так четко работает, ну, даешь газ, он прям показывает ровненько, ровненько. Никакого глыча, ничего. Наверное, iOS стоит. На этом дисплее. Отработано идеально. Также, ребята, очень чувствительная подвеска на этой машине. Реально, как можно сказать, даже на X5, да? И машина рулится. Как бы не как американский просто внедорожник, который такой, знаете, плавает. Знаете, в основном обычные американцы, они достаточно плавучие, как Toyota. Но вот именно RT, спортивная версия. Сейчас камера не упадет в разгон. Звук слышите? Уже 60. Вот это Хэмми. Просто мощь. Мне нравится. Я перевозил такие Дуранго, но простые, старее. И они не были вот такими вот сбитыми, такими мощными. Какие-то не были как минивэн, как автобус, что ли. Вот, а этот такой прям. Мне нравится. Как Jeep Cherokee SRT, типа что-то, но еще так не дотягивает чуть-чуть. Канадская компания Tim Hortons, они продают кофе именно в этом Нью-Йорк регионе. Больше нигде их не видел. Ну, вот именно Upstate Нью-Йорк везде есть. Больше я не встречал. Ну, только в Канаде, конечно, еще есть. Я в Канаде еще пока не был, но хочу побывать. Ну, сейчас мы с вами что-нибудь закажем перекусить на утро. Потому что гречку я вчера не запарил. Завтракать нечем. Менюшка такая у них. Немножечко, вон какие-то вафельки есть. Chicken maple waffle. Сейчас берем. Can get a chicken noodle? Right. One chicken. Regular. Regular. Regular chicken noodle, okay. And I'll have a sandwich. You have only breakfast right now, right? Короче, я сильно меню не знаю, очень редко тут бывает. Короче, пока поспрашивал у нее. Че да как, how much? Она мне рассказала, я уже заказал. Good morning, how are you? Thank you. Ну,
Да простит меня клиент, что я на его машине заехал поесть. Да я думаю, что он не против. Thanks. All set? That was quick. Вот это я понимаю сервис, ребят. Я только подъехал, у них уже все готово. Круто. Круто так. Так. Такой выезд тут опасно. Заезжает, заезжает. Нормально, утречко началось хорошо, главное, что снегом не засыпало. Я вчера смотрел, вечером будет снег такой, типа, они обещали. Легкий, но видно, тучка прошла мимо. Кстати, это тоже машина идет в Лас-Вегас, ребят, представьте. Оказывается. Это как на этих переключалках, видите, как на Ягуарах и все такое. Так, все, мы приехали, тетя, выключаем. С первым делом выгоняем вот эту субарика. Субаренок. Нравятся мне эти машины по салону, я вам скажу. Хорошие машинки. Тоже такие полноприводные. Все потные, даже камера есть. Так. Ну вот Dodge снаружи вам покажу. Вот такой вот красавец. Красного цвета, такого темно-красного цвета. Брутал такой. Смотрится прям вообще. Передок у него очень. Черные колеса, правда грязные. Черные зеркала. Немножко хлама, как я уже говорил. Смотрите, какая. Новая машина, представьте. Вообще всем по барабану здесь, как она смотрится, артешечка, самое главное, как она едет. Так, откроем, посмотрим. Ага. Кнопочка сбоку находится. Давай, закрывайся. Ну, достаточно интересная машина. Не сказал бы, что она прям супер-мега крутая, но неплохая. Что-то наподобие Jeep Grand Cherokee. Едет она у нас на Лас-Вегас. Мягенькая, все такое, даже строчка есть. Такая машинка. Пишите в комментариях, ребята, как всегда, свои мнения по автомобилям. Нормально. Ну да, она немножко длиннее, чем Опа, тихонечко. Немножко длиннее, чем Субарик. Поэтому я его туда запихал. Субарик сейчас задом. Ну, я думаю, что он тоже у меня будет так выглядывать, потому что он не короткий. Сейчас. Первая проблема. Сел аккумулятор.
Странно, конечно, 2 секунды фары погорели и подогрев на сиденье, и у меня сел аккумулятор. Ну, как говорится, бустер в помощь. Надеюсь, заведется. У меня сейчас по холоду здесь не очень интересно. Не очень интересны все эти замесы. Вроде бы встала. Гляньте, оцените. Тут немножко поближе, как всегда. А тут прям как надо. Расстояние в ладошку. Все. Высота тоже нормальная. Единственное сейчас, что меня волнует, это как у меня вот до сюда поместится пикап-трак Ford. Думаю, что встанет. Но могу ошибаться. Помчали, ребят. Выскочили на 90-шку. Едем за последние машины. Ford F-150 забирается у нас в штате Охайо. Ну, я там. Только будет 2 часа дня, через 3 часа я буду на месте. Сейчас, правда, заеду, заправлюсь еще к индусам. Индейцам, не к индусам. О, настоящие индейцы. И все, и нормально. И тогда уже по прямой за последним автомобилем. Так, а вот они наши дорогие индейцы, вернее ихнее поселение, даже не знаю, как оно называется. А, вот, вспомнил, Синека, племя Синека. Здесь вот у них, я уже показывал, несколько заправочек таких небольших стоит. Ну вот эти так себе. Я еду на свою, там дальше Native Pride называется. Цены везде на солярку одинаковые. В данный момент цена 2.61. Это шикарная цена. Это упала солярка на 30 копеек, считай. На 20, на 30 копеек. Для нас это красота, ребят. Это красота. Главное, чтобы грузы держались, тоже не падали. И все. Вот она наша заправочка на эти брайки. Я здесь часто ночую и заправляются. Сейчас быстренько полные баки зальем и дальше едем. Я сюда буквально так на пару секундочек закачу. Ой-ой-ой, 2.58. Это просто класс. Это просто класс, ребят. 2.58 солярка. Шикарно, шикарно. Что сказать. Прямо аж настроение поднимается, когда такие цены видишь. Надо было мне вообще опустошить все баки. Да ладно, у меня остался четверть. Чуть больше. Продолжаем путь. Ребята, на 500 баксов, значит, заправка у нас вышла. Вместо 600, как обычно. Ай, 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 ай. Яма тут, конечно, такие есть. 500 бакинских у нас заправочка. Хватить нам должно этого на 1500 как минимум миль. Ну, надеюсь. Посмотрим, как погода, как горы, как все эти дела нам будут сопутствовать. По каким холмам мы будем в этот раз проезжать, оно даст, как говорится, себе знак по солярке. Вот, ну все, помчали, короче. Едем в Охайо, как я сказал. Что-то я за Форда за этого переживаю. Думаю, что он может у меня не встать. Я так сдалека глянул на расстояние, которое имеется. И что-то мне подсказывает, что он не поместится. Что придется мне выдвигать немножко рампы. Так, друзья, я вроде бы так здесь на районе. Но...
парковаться мне нельзя. О, трос, форт. Ага, тут Марсдорф Барбин. Короче, капец. Проблемы, проблемы. Так, вроде как вот эта улица, я все знаю. А колеса, чтобы не было. Плохая достаточно, ну, открытая местность, не сильно тесно, дороги широкие, поворачивать можно нормально, но по встречке. Короче, пока, пока так. Пойду узнаю, что у меня за машинка там, Ford F-150, постараюсь его загрузить. Ну, друзья, опять облом. Ford F-150 в бумагах. Это как вот этот. В бумагах и то. Другой, регулярно. А на самом деле вот что мне подсунули. Вот такая вот кабанья морда. Ford Raptor. Roush еще. Забацан вот такой F-150. Смотрите ширину этого Форда. Я думаю, что уже знаете, что он шире. И ширину этого Форда. Вот просто могу показать по крыльям. Обычные крылья, рапторские крылья. В общем, я боялся, что мне не поместится регулярный Форд. А мне дали такого, это вообще, короче, облом. Вот такой бы еще бы мне поместился. Красавчик, вообще классно. Да, такой бы стал бы мне. Но, к сожалению, Раптор я не запихаю. Я уже так и так смотрел на него, но я смотрю, он просто реально здесь 10 сантиметров он шире или больше. И здесь он просто по ширине даже не зайдет у меня, а про высоту вообще не говорю. Он выше тоже на 10 сантиметров, чем регулярно Ford вот этот. В общем, с номерами все, готовы идти на Калифорнию, но, к сожалению, они не указали, что это Raptor, и мы проехали порожником сюда. Ну что, друзья, стоим, короче, здесь неподалеку от этого, от Cincinnati, Ohio. Забираю свою последнюю машинку. Как всегда, у меня тут немножко загвоздка с последней машиной. Значит, один фордец у меня слетел. В общем, что мы имеем? Наверное, вытащу сейчас я вот эти машинки. Выкачу. И Субарика выкачу. И Доджа выкачу. И, наверное, закину я этого крокодила. Пойду еще раз вам покажу его снаружи. Я уже на Инстаграме выставил немножко. Значит, забрал я вот такого джипа Вранглера 99 года выпуска. На таких вот здоровых колесах. Еле на нем доехал сюда, ребята, если честно. Его так болтыхает по трассе, что неимоверно. Ну, вы видите, какая у него резина агрессивная. Это он по грязи король, но по трассе это просто ужас. Ехать было километра 4, наверное, от дома до отсюда. По причине той, что клиенту не подъехать, он живет в лесу. В общем, а его жена не ездит. Ну, типа это с ребенком. Сама не ездит на мануалке. Ну, пришлось, короче, мне поехать туда с ними и уже самим прикатить назад. Это джип номера Ohio Army Forces, короче, чувак вояка. Вот на таком вот крокодиле ездил. Все бы хорошо, но вот это колесо, конечно, мне здесь вообще не в тему, я вам скажу, ребят. Ну, что делать? Попробую я его запихать. Широкий он. Достаточно широкий, очень широкий. Я думаю, он залезет внутрь. Попробуем. Машинка, конечно, интересная. Но что-то уже левая дверь там не закрывается на нем.
кучу какого-то барахла сюда запихали. Ну такое. Бездорожник, внедорожник. Ладно, не буду терять время, а то я уже много потерялся, честно. Еле нашел парковку. Здесь вот магазин такой. Это у нас Family Dollar. Типа такой бюджетный. Типа Audi. Вот и это. Парканулся здесь. Я гружусь, Жек, перезвоню, окей? Парканулся здесь и постараюсь сейчас немножко поработать. Так, сейчас попробуем выгнать вот эти две. Вернее, выгнать-то мы их выгоним. Вот ту чупакабру уже будем загонять. Что могу сказать, друзья, вроде бы залазит. Одно колесо вроде с края. Специально тут свитч есть, чтобы вентилятор включать. Он шумит, я его включил, чтобы не перегреть. Так, ну... Не, ну вообще ни о чем, если честно. Залезет хорошо. Залезет отлично. Good. Все, значит, смело его загоняем, то есть... Ну что могу сказать, поместился, встал, немножко встал, сейчас мы фонарь включим, немножко встал, да, близко его нельзя подгинать, потому что раздолбается все, бампер мне поразбивает все, так что я так более-менее его подальше поставил. Тут наверх он, конечно, залез. Вы знаете, тут такая высота. Ну, почти. Почти. Пару сантиметров еще есть. Как бы. Просто, что я могу не опустить этажи, если мне нужно выгнать что-то. Поэтому, что я сейчас буду делать, это притягивать этого бойца вниз. Попробую, по крайней мере.